Ну вот, весь процесс прошел. Порода дюрок. Чистый дюрок. Сальцо в пределах нормы. И вот так мы делаем постоянно. На продажу. Так, этот раз решили Андрей порежет лентами салу с подчеревины и со спины. У него, как мы наблюдаем, получается чуть-чуть лучше, чем у меня. Порвет свежая. Обрезки.
под черевины. Это спина у нас получается. Ребра. Чем картона удобно, ее использовал и выкинул. И стол чистый. Вот, к примеру, все мы закончили, я весь картон собрал. Вот. И картон на растопку под дрова. Вот, а так. Или просто выкинуть. Вывод, опять столы все чистые.
Не знаю, может я их скрою чем-то, пускай чуть подсохнут. Скрою пару раз лаком, будет нормально. Ну а там посмотрим. Я тут еще доработаю чуть-чуть, но уже вижу, что надо доработать. И свет кинуть нормально. Это временно я пока кинул. Кину нормальный свет и будет нормально. Так, загружаем дальше. Это обрезочки со всего кабанчика. Вот так, в принципе, собрался. Машину затарил салом и мясом, костями, ребрами и так дальше. Полностью всего кабасика. Вот только-только произошел весь процесс. Андрюха уехал, я все затарил. И уезжаю. И все, на реализацию. Так и работаем. Всем пока.